Всем привет, с вами Тиф Про. Всем покажу мод, который добавляет торговлю в Minecraft Pocket Edition. Так, ладно, были в мире. В руках у меня изумруды. В калитках у меня два жителя. Так, давайте подойдем к этому. Как видите, у нас появляется сразу табличка, где написано торговля. Вот мы зашли в эту табличку, у нас тут появилась торговля. Здесь можно обменять вещи на изумруд и изумруд на вещи. Вот давайте покажу вам. Так, вот мы купили Redstone. Так, лазурит продается чаще всего камень. Так, положили не туда, вот. Мы купили этот камень. Давайте подойдем к белому жителю. Так, здесь он продает, ну, изумруд, бумагу. Так, давайте купим у него стекло. Купим, ну, дороговато. Ну ладно, давайте купим. У него часы. Такое я... Ну ладно, давайте пойдем дальше. Давайте купим книжную полку. Так, мы купили. Давайте купим компас. Так, ну вот все, что мы можем у него купить. Дальше он только продает изумруды. Так вот, столько вещей мы купили, но потратили очень много изумрудов. Давайте опять подойдем к фиолетовому жителю. Купим у него еще один штук. Вот, мы еще не покупали, как видите, лазурит. Вот, купили лазурит. Ну, вот такой мод. Как видите, очень классный. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.